Цель единственного за пределами России первого международного фестиваля православного кино в Сербии «Сильные духом» направлен на укрепление дружественных связей между Россией и Сербией. В рамках мероприятия под названием «Эхо фестиваля» в городах Клин, Дубна, Голицыно, Луховицком, Пушкинском, Одинцовском районах Подмосковья показываются игровые и документальные фильмы из конкурсной и внеконкурсной программ фестиваля. Представили фестиваль руководители сербского города Крушевац и сербское духовенство. Ведущая торжественной церемонии актриса театра и кино Дана Агишева и директор фестиваля кинопродюсер Филипп Кудряшов. Проходил фестиваль по высочайшему благословению святейшего патриарха сербского Иринея. Торжественное открытие эхо-фестиваля «Сильные духом» в Московской области состоялось в зале приходского центра при Гребневском храме в Одинцово. Сие не случайно сербский город Крушевац – побратим нашего города. По словам мэра Александра Гусева, вопрос о побратимстве решался непросто. Города не раз обменивались делегациями. Постоянно наши люди, простые люди, уже делегации, ездят в город Крушевац. Мы к ним, они к нам, наши культурные связи, наши ансамбли были, выступали перед жителями. И видна древняя связь славянских народов, вот именно в этом общении. Поэтому мы всегда рады и приветствуем фестиваль здесь, на нашей земле, рады вашему присутствию и нашим связям. Спасибо. Площадка фестиваля «Приходской центр Гребневского храма» выбрана не случайно. Подобный центр, объединяющий по интересам 1500 молодых людей, единственный в московской епархии. Отец благочинный заявляет о важном значении братских отношений с сербским городом, сохраняющим православие. С одной стороны, это честь, а с другой стороны, мы воспринимаем как какую-то награду, что наши сербские братья приехали сюда, чтобы поделиться с нами своей жизнью, показать фильм, сделанный в Сербии, о православии. Вот эта работа, которую мы сейчас проводим, заставит задуматься хотя бы одного человека о чем-то добром. И вообще сделает этот мир хотя бы на один пункт добрее, значит, мы работаем не зря. В своем приветственном слове заместитель градоначальника города Крушевац Ясмина Полурович поблагодарила за гостеприимство, отметив, что Сербия – единственное государство Европы, которое за всю историю своего существования никогда не воевало с Россией, но наоборот, всегда была военным и политическим союзником России. В концертной части церемонии выступили друзья фестиваля Виктор Леонидов и лауреат международных конкурсов Ольга Масальская. Ведущие вечера подробнейше рассказали о победителях и участниках, а также официальных призах кинофестиваля. Это православные иконы с изображением святых. По окончании церемонии показан фильм сербского режиссера Ивана Йовича «Исцеление», получивший главный приз за лучший игровой фильм на фестивале в Сербии. Этот кинофестиваль, я надеюсь, что способствует на укрепление будущих связи между Россией и Сербией, не только в светской сфере, но и в духовной сфере. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания «Одинцово».